Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Юрей. На улице уже 1 декабря, а это значит, что наша матушка зима уже стучится в окна. И в связи с этим я решил перевыпустить свое видео про всю информацию о My Winter Car, ну и естественно добавить новую инфу. Я расскажу вам уже известную подтвержденную информацию, ну и свои догадки и теории по поводу даты выхода, ну и в целом игры. Заваривайте чаечек, накрывайтесь пледиком, ну а я начинаю рассказ. Начнем мы с того, что игра разрабатывается уже целых 7 лет, хотя скорее всего активная разработка велась только 5. Перед входом в игру нас третий ценник на игру, которая будет все тем же, что и My Summer Car. Для тех, у кого куплена My Summer Car, разработчик обещает небольшую скидку. Пройдемся по началу игры. Начнем с времени действия игры. Год, в котором будет происходить действие игры, еще не определен разработчиком. Разработчик сказал, что действия игры будут проходить где-то в конце 90-х, примерно в 97-м или 98-м году, но точно не после 2002 года, так как в этот период произошел переход от финской марки до евро. Мы все так же будем играть за главного героя из My Summer Car. У нас будет дочь и жена Суски, которых, возможно, мы так и не увидим, под предлогом того, что главный герой решил уйти за хлебом. Скорее всего, историю о том, как он свалил, покажут при начале новой игры, как заставку с рождением главного героя в My Summer Car. Но пока что это только мои догадки. Мы будем проживать в одном из нескольких домов, которые будут доступны игроку. О каких домах идет речь, пока неизвестно. Но в теории, это квартира в городе, коттедж, дом родителей и сарайчик свина. По идее, нашим основным домом все так же будет дом родителей, так как их My Winter Car все еще не будет. Для наших домов появится новая механика – отопление. Можно будет с помощью обогревателя обогреть дом, после чего их отключить и какое-то время оставаться в тепле. Обогревать дом можно будет как электрическими обогревателями, так и дровяными печами. Пройдемся по основному транспорту. В игре не будет Сацумы, вместо нее у нас будет другой сборный автомобиль с названием Corris Revet, который в реальности имеет название Ford Taunus TC1. Двигатель 4-цилиндровый, карбюраторный, 2-литровый монстр. Машина будет иметь разную комплектацию при начале новой игры. У машины будет задний привод, в отличие от Сацумы, у которой он передний. В отличие от Сацумы, которая в самом начале игры стоит буквально в паре метров от дома и имеет все запчасти, кроме нескольких, кузов Корриса нужно будет сначала купить, потом искать на него запчасти у Флеттери и на рынке, а потом этот гад еще и сгорит к чертям, вынуждая снова ползти и искать болтик на 7 на рынке у какого-то хряча, который продаст тебе его по цене ящика пива. Для Корриса будут также специальные комплектации, по типу GT Сацумы, но их будет в разы больше. В машине появится печь для обогрева попки водителя. Некоторые запчасти, которые были без износа в My Summer Car, теперь будут изнашиваться в My Winter Car. И помимо этого, у нас будет еще возможность покупать не одну запчасть и заменять ее потом на другую, а покупать сразу несколько. Для автомобиля будет доступно 4 вида шин. Классическая летняя резина Гомер Кобра, зимние шины с шипами и гоночные шины для езды по льду. У нас теперь наконец-таки появится возможность закреплять запаску в багажнике. Теперь номера на машине будут генерироваться рандомно. Для прохождения техосмотра, помимо треугольника, нужна будет еще и аптечка первой помощи. Теперь пройдемся по второстепенному транспорту. Сорбет – это новый первоначальный транспорт, который будет верой и правдой довозить нас в канаву. За основу сорбета взят британский автомобиль Talbot 1510. Известно, что сорбет будет на бензине. У него будут некоторые проблемы с аккумулятором, возможно, с двигателем сорбета можно будет взаимодействовать. Так как разработчик проговорился, что капот пока не открывается, значит, планируется, что что-то в сорбете можно будет расхерачить. Скорее всего, максимальная его скорость будет в пределах 160-180 км в час, но скорость еще зависит от его состояния, которое мы, скорее всего, сможем прощупать только непосредственно в самой игре. Но, как заверяет разработчик, этой машине уже больше 10 лет, но выглядеть она будет куда младше. Вот изображение панели сорбета. Гифу, всеми известный грузовик, который нам выдает дядя через некоторое время после выдачи фургона. В игре он, скорее всего, будет, но будет видоизменен. Кекмет, трактор нашего дяди. Останется, но будет видоизменен. Мопед. Мопеда не будет в игре. Лодка, как и мопед, пропадет. Хайосика, фургон дяди. Останется в игре в виде декораций. Руска. Машина свина. Будет заменена на похожий транспорт. Перендейл. Машина механика. Будет заменен на другой транспорт, но останется в игре в виде декораций. Пока известно только название и вид двигателя новой машины механика. Название Бач Глотс или Баш Глотс. А двигатель в ней будет V8. Теперь поговорим про нововведения, которые нас ждут в My Winter Car. В игре будет блошиный рынок, где иногда можно будет найти довольно редкие вещи и продать их за хорошую стоимость в будущем. Скорее всего, там будут продаваться разного рода предметы, от бесполезных сувениров до довольно редких запчастей на наш Корис. Вот как будет выглядеть блошиный рынок. Расположен он в заброшенном помещении недалеко от автоинспекции. Вот это место My Summer Car.
Насчет механики по продаже вещей подороже пока что мало чего известно. Так как в нашей новой игре будет работа, то нам надо будет как-то забирать нашу зарплату. Для этого у нас будет собственная банковская карта, ну и банкомат, откуда мы сможем их снять. Но возможности обратно их внести, скорее всего, не будет. Теперь нам придется менять одежду по погоде. Если вкратце, будет три вида одежды. Домашняя, название говорит само за себя. Уличная, обычный вариант теплой одежды. Ну и утепленная, для суровых погодных условий. В игре появятся новые алкогольные напитки. Так что теперь есть выбор, выпить бутылочку виски или вина. Насчет их наличия я, конечно, не уверен, это просто пример. В игре останутся подработки, такие же, как и были в My Summer Car. В игре будет хоккейный стадион, но вот можно ли там поиграть в хоккей, уже неизвестно. Скорее всего, там будет такая же система, как и в My Summer Car, просто школьники будут соревноваться друг с другом. Телевизор будет хорошенько так и переделан. На нем будет реклама, шоу и другой контент. А также, когда я спросил у разработчика про паранормальную активность в игре, он указал на телевизор, что якобы там она и будет. По догадкам одного из моих подписчиков, он имел в виду пропаганду, что в принципе имеет место быть. Многие раньше говорили, что в игре будет такси, но как сказал разработчик, он только рассматривает возможность его добавления. На дорогах появятся радары, выглядят они следующим образом. У нас дома с самого начала будет целая стереосистема, которая даже засветилась на фотках от разраба. Раньше все думали, что их нужно будет покупать, но как оказалось, нет. На дорогах Оливьески появится новый тип пуля. Его прекрасную лысину вы можете лицезреть на этом изображении. В новой игре помимо ралли будет еще и гонки на льду. Вот несколько изображений с этого мероприятия. Они будут проводиться в каждые вторые выходные месяца, а в пятницу тренировка перед ними. Если вы безработный, то вы сможете получать каждую неделю копеечное пособие, в неизвестно пока каком размере. В игре будет от 4 до 5 работ, и только одна из них будет официальная. И нет, это не водитель автобуса, который мы так долго ждали. Разработчик сказал, что хочет добавить такую работу, но пока не может понять, как ее реализовать. Если еще говорить быстро и по мелочи, у нас в игре будет будильник, микроволновка, возможность лепить снежки, новый скоростной режим и более улучшенный телефон. Теперь немного углубимся в некоторые изображения из игры. Буду брать только те, которые еще не показывал. На этом скрине мы видим помещение компании Futufone. Возможно, теперь мы сможем подключать разные тарифы для скорости интернета и стоимости счетов за телефон, а также сидеть вот на этом прикольном зеленом кресле. Скриншот заснеженной дороги, а вот это поинтереснее. На этом фото мы можем увидеть наш музыкальный центр, про который я недавно говорил, будильник, листовка из ресторана быстрого питания, брошюра с предложением подзаработать деньжат, энергетический напиток, который, как заявлял разработчик, будет в разы лучше, чем кофе, но дороже. Рекламный журнал, изображение с экрана банкомата, где я смог разобрать только верхнюю надпись. Возьмите карту, получайте удовольствие. Деталь для Кориса, ну и двигатель Кориса. Теперь очень кратко про NPC. Скорее всего, все те NPC, что были в My Summer Car, будут и в My Winter Car. Но так как нам добавят синхронизацию с сохранением из My Summer Car, скорее всего, вы сразу сможете обрубить жизнь бабушки, алкаша и, возможно, даже Суски. Единственное, что интересно, это то, что дядя, возможно, погибнет из-за опасного образа жизни. Он курит как паровоз, так еще и заливает в себя спиртное, как воду в 30 плюс градусов. Машины Яни и Петери будут заменены на новые. Такс, вроде основную информацию про внутреннюю составляющую игры я рассказал. Теперь давайте к датам выхода игры и прочей херне. И хочу сразу сказать, что в конце видео можно будет послушать всю музыку из данного видеоролика, так как она также является частью новой My Winter Car. Поговорим про релиз My Summer Car. Весной я вытянул из разработчика информацию про релиз My Summer Car. Он сказал, что готовит большой патч для нее же, и скорее всего, он станет последним крупным обновлением для нее же. Этот патч он сказал, что планирует выпустить ближе к 2025 году, примерно осенью. Делаю я сценарий 4 ноября, так что информации про обновление у меня еще нет. Но если она появилась, заходи в комменты и чекай закреп. Там я скорее всего уже все расписал. Ну так вот, релиз My Summer Car должен состояться осенью. Нам добавят сорбет в качестве декорации, исправят некоторые баги и добавят еще какие-нибудь плюшки. Теперь про возможную дату выхода My Winter Car. После релиза My Summer Car в ранний доступ должна выйти уже другая игра, которая и является My Winter Car. Сам разработчик так говорил. Но вот будет ли он держать свои слова, это мы уже увидим, надеюсь, в ближайшем будущем. Также у разработчика недавно спросили, игра выйдет в начале или середине 2025 года, на что он ответил, возможно даже раньше. Еще в весеннем интервью он говорил, что игра готова на 90%, не хватает некоторых графических ассетов и озвучки. А так, по его словам, он уже мало чего добавляет, скорее дорабатывает то, что уже добавляет.
добавил. Саму дату выхода разраб называть не хочет, возможно, из-за того, что могут возникнуть проблемы с игрой, которые вынудят его переносить дату выхода неоднократно. Но лично мои надежды падают на Новый год. Может, шансы и невысокие, но вдруг разработчик захочет преподнести нам такой интересный подарок на завершение четверти века. Ну, будем на это надеяться. Если уж она не выйдет на Новый год, то по сути она должна выйти с высоким шансом до 2026 года. Ну или в крайнем случае в декабре перед 2026 годом. Ведь я уверен, что даже сам разработчик понимает, что затягивать так выход в ранний доступ многими ожидаемой игры очень плохо скажется на его репутации, которая у него, будем честны, не самая лучшая, но и не ужасная. В этот Новый год я буду проводить стрим и даже в канун его же буду сидеть и мониторить ее выход. Ну а на этом у меня все. Отдельное спасибо хочу сказать моему товарищу MG Mikjas за превью, ссылочку на него оставлю в описании. А также хотелось бы рассказать про свой Boosty, где действуют зимние скидки на стандартную и премиум подписку. Информация в этом ролике проскакивала неточная, не уверен. Но я пытался найти и накопать как можно больше. Поэтому в описании будут руководства, которыми я пользовался для создания этого видео. Их авторам респект. Всем спасибо за просмотр, всех с наступающим или возможно уже наступившим Новым годом.